Ладно, уже неохота идти обратно нарезать эти фрукты. То, что произошло, произошло перед вашими глазами. Видел Бог, я старалась. В общем, здесь был у нас... дыня. С виноградом была. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Многие в комментариях писали, что очень мало домашней еды. И я решила, почему бы не приготовить. Лазила в Инстаграме и нашла рецепт баклажана внутри с фаршем. Получилось очень вкусно, скажу сразу. Но у меня не получилось так, как это было на картинке. То есть у них было намного аккуратнее, красивее. Но, возможно, я не профи, поэтому получилось, как получилось. И вместе с этим я приготовила рис. Точнее, рис приготовила мамочка. Здесь у нас небольшие корнишоны. И сегодня у нас с вами мукбанг. Я рис раньше, кстати, не очень любила. А сейчас его обожаю. И вот я как-то под одним видео написала, что люблю рис. И мне написали: «Айка, ты же вроде рис вообще не любила». Времена меняются, вкусы тоже. Я, например, раньше очень любила алчу. А сейчас мне она совершенно не нравится. Я ее как-то на мукбанке переела. То есть я съела слишком много. И сейчас, когда я вижу алчу, меня просто тошнит от нее. Я не знаю, только у меня так. Например, в детстве я очень не любила лук, а сейчас я обожаю красный лук. Я его кушаю там с шашлыком, с курицей гриль. Потом мне в комментариях начинают писать: «Айка, ты врешь, ты же говорила, что ты не любишь». Извините, но вкусы меняются. Или, например, раньше я вообще не переносила запах и вообще вкус пива. Я не очень люблю алкогольные напитки, но это не касается пива. Пиво я действительно люблю. Вкусно, но на вид это получилось не так, как должно было получиться. То ли я их пережарила. Многие мне в комментариях пишут по поводу моего бумажного канала. И на нем очень давно не было видео. И даже люди уже начали отписываться, и мне реально очень больно это видеть. Но я вам хочу рассказать историю. Возможно, вы мне чем-то поможете, своими советами. Возможно, вы тоже сталкивались с подобной проблемой. По идее, мне надо к врачу. Но для начала я проконсультируюсь с вами. Возможно, кто-то что-то посоветует. В общем, одно время, признаюсь честно, я очень хорошо зарабатывала с бумажного канала. Он у меня супер развивался, и дело даже было не в заработке. Дело было в том, что у меня было невероятное желание делать бумажные сюрпризы. Я просто как сумасшедшая делала коллекции просто 24/7. Мама уже начинала со мной ругаться, что успокойся, сколько можно. А у меня было такое желание это делать. Просто меня невозможно было остановить. Во-первых, мотивировал, скажу честно, заработок. Просмотры были вообще пушка. То есть я, считайте, закинула видео, оно у меня сразу столько набрало, 100 000 просмотров.
еще плюс там старые крутятся. Да и вообще люди подписывались. В общем, я накупила себе маркеров. Просто день, ночь сидела, рисовала. Уже доходило до того, что мама со мной ругалась. Она говорила об этом папе. Папа начинал со мной ругаться. У меня даже была мысль переехать на свою квартиру, чтобы мне никто не мешал, и я могла спокойно рисовать бумажные сюрпризы. И, в общем, в один из прекрасных дней я начала осознавать, что у меня почему-то болит рука. Причем болеть она начала вот здесь. И еще у меня онемели пальцы. Я не могла прям ручку нормально взять в руку. Я подумала, наверное, у меня рука устала, потому что на протяжении длительного периода я рисую. Просто нагружаю руку. Думаю, ничего. Сейчас чуть времени пройдет. Что-нибудь придумаю. Прошло немножко времени. Я перестала рисовать бумажные сюрпризы. Но начала замечать, что рука по-прежнему болит. А у меня сестра двоюродная, она врач, невропатолог. Я в интернете прочитала, что это как раз-таки защемление нерва. Я решила с ней проконсультироваться. И она сказала, что, скорее всего, это из-за того, что я очень долго рисую бумажные сюрпризы. Еще плюс у меня такая, знаете, привычка. Я когда рисую или что-то пишу, я очень сильно нажимаю на ручку. В начальной школе еще учительница меня ругала за это. Но это просто привычка, я не могу по-другому. Мне сестра сказала, попробуй какой-то период не рисовать. Если не пройдет, приходи ко мне. В общем, я оставила руку в покое. Прошло где-то 3-4 дня. У меня боль уменьшалась потихоньку. Но она увеличивалась по ночам. По ночам рука у меня болела гораздо сильнее. И, в общем, я смотрю, что у меня уже рука меньше болит. Я как бы подуспокоилась, начала меньше рисовать. В общем, у меня рука перестала болеть полностью. Я уже успокоилась, думаю, как классно, сделала еще одну коллекцию. Если вы помните, коллекция была тапочки, там было 50 тапочек. Всего их было 100 штук нужно было нарисовать, потому что нужны и пакетики, и то, что внутри будет лежать. В общем, после этого я начала замечать, что рука опять болит. Возможно, это с этим не связано, опять же, я помню хронологию так. Потом я как-то решила, что все, не буду рисовать бумажные сюрпризы. В общем, недавно я начала замечать, что у меня рука начала болеть вот здесь. И болит она, когда я поднимаю что-то тяжелое. И не прям супер тяжелое. Я не то, что на стройке работаю, кубики таскаю. У меня у подружки родился сын. И вы наверняка, если смотрите мой азербайджанский канал, вы это прекрасно знаете. Я не знала, что ей купить на выписку. Она мне сразу сказала, на цветы деньги не трать. Я думаю, а что купить-то? Я люблю всегда спрашивать, потому что вдруг я не угадаю. Деньги я потрачу, а куплю что-то ненужное, например. В общем, она мне сказала, что купи лучше ребенку памперсы. Все равно это надо. Я купила 3 упаковки памперсов. Там по 56 штук, по-моему, внутри было.
Ну, я, правда, большие взяла. То есть я взяла на 3-4 месяца. Не угадала, но сейчас суть не об этом. Памперсы же, они легкие. Я совсем забыла про то, что у меня больная рука. Я взяла все 3 упаковки в одну руку. И у меня, знаете, фишка заключается в том, что в момент, когда я, например, таскаю тяжести, я не чувствую, что мне тяжело. Мне очень даже легко. То есть рука начинает болеть в тот день вечером. В общем, я красиво все запаковала, пошла на выписку. Мы посидели, поболтали. Тут эти 10-е. Потом, после того, как уже вечером я пришла домой, села монтировать то, что я засняла за день. То есть в тот день я снимала влог. И, в общем, вечером, когда я уже села монтировать, я понимаю, что у меня очень сильно болит рука. И она начинает очень сильно болеть именно вечером. Я просто решила поделиться с вами. Возможно, вы тоже сталкивались с этим. И вот когда я опять оставляю руку в покое, она у меня не болит. То есть проходит абсолютно на все 100. Но я не могу всегда помнить, что у меня больная рука, и чисто на рефлексе я просто беру что-то тяжелое, а потом вечером вспоминаю про то, что у меня же больная рука. Я еще тогда, когда это все только началось, хотела пойти к врачу, но потом вдруг я смотрю, ничего не болит, классно. По идее, надо пойти провериться, но мне что-то все время лень. А просто я знаю, что у меня большая аудитория, возможно, меня смотрят врачи, возможно, меня смотрят люди, у которых была та же самая проблема. В интернете я прочитала, что это болезнь художников. Из-за того, что постоянно я делаю одни и те же действия, защемляется нерв и происходит такое. Но я опять же не врач, я в этом не особо шарю. Просто я хотела сказать своим подписчикам из бум-канала, многие пишут, ой, так сложно тебе снять распаковку, так сложно нарисовать, блин, хотя бы в неделю одно видео можно выпустить. Конечно, я абсолютно с вами согласна, но я очень боюсь нагружать эту руку, потому что каждый раз, когда я понимаю, что она у меня не болит, я начинаю рисовать, потом она у меня начинает болеть. А кто бы что мне ни говорил, все абсолютно мои коллекции я делаю сама, рисую их вручную. И вы знаете, даже вот период, когда у меня начала болеть рука, я настолько часто выпускала видео, что уже даже подписчики начали не верить тому, что я сама рисую эти коллекции, потому что столько быстро выпускать видео, рисовать столько невозможно. Я просто старалась максимально быстро нарисовать, и можно сказать, что целый день без перерыва я просто рисовала. Вот я сейчас кушаю, я поднимаю руку, мне очень больно. Так что вот такая проблема. Как говорится, старость не радость. Пришла она незаметно, старость. Слава богу, я дошла уже до определенного возраста. Ни разу в жизни у меня не было никаких операций. Слава богу, все было хорошо. Но опять же, вот эта проблема, я думаю, тоже она решаема. Но мне так хочется сделать новую коллекцию, потому что я вижу, что от меня отписываются, и мне очень больно на душе становится, когда я вижу, что кто-то отписался, кто-то ждал мои видео, так и не дождался и отписался. Поэтому, наверное, я с этой больной рукой все равно сейчас постараюсь что-то нарисовать и какое-то видео хотя бы на днях выпустить. Так что посмотрим.
Я постоянно держу рядом с собой телефон, потому что это в любой момент может быть курьер, потому что я столько всего заказала. Я не люблю, когда делаю доставку домой. Мне легче пойти взять в пункте выдачи, когда мне удобно. В противном случае я всегда должна быть рядом с телефоном, потому что курьер может приехать в любой удобный для него момент, и мне надо спуститься и забрать заказ. Поэтому вот так вот я начеку. Честно, баклажаны были просто обалденные. Правда, внешний вид оставляет желать лучшего, но мне кажется, в еде это не самое главное. Самое главное, чтобы было вкусно и свидетельство тому, что я съела все до конца. А вам хочу сказать огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. С вами была Айка.